И всем привет! Вот мы вернулись в игру. А как что это там? Мишка, ты откуда там взялся? Буквально до того, как я стоял, поворачивался, тебя не было. Только включил запись, он появился. Так, положим сюда. Кусочек хочет? Не хочет. А помидорку хочет. Что-то по помидорку, я смотрю, просел прям капитально. Сегодня они должны уже вырасти, вот эти вот. Немного осталось. Все пособирал, все по-новому посадил. Самогоночка делается. Я сделал платы здесь. Две штуки. Надо клей взять еще. Тоже три штуки. О. Вот, и улучшить плиту в конце-то концов. Чик. Есть контакт. Все, теперь она будет намного меньше тратить энергию. Два раза по 15. Ну, а ты работай. Так, энергии прям здорово просела энергия. Давай, присоединяйся. Вот так вот. Мишка, блин, топтышка. Надо тебя увезти отсюда. Или прибить. Не, прибить жалко патронов. Так, попить что ли еще раз? И есть, он не хочет. Так, у меня уже пошли ветки делаться, отлично. Поставлю, пускай делают наживки на зиму, заготовочку. Пока хватит. Так, кролик у нас уже максимального уровня. За ночь 11 помета дал. Че так мало, заяц? Ты даром кормлю, что ли? Ты должен гадить. Пошли, пошли, Миша. Я тебя отведу подальше. От базы. Так, ружье на всякий случай. Бежит. Бу-бу-бу. Ну, не слышу бу. Отстал, что ли? Нет, все еще бежит. Блин, там еще один медведь. А тут волк. Ну да, побухти, побухти. Миша, ты, блин, заколебал. Отстань. Надо дальше его отвезти еще. Ну. Не поймешь, бежит, не бежит. Он уже не бежит, хорошо. Ты, блин, я уже курицу испугался. Какие же отсюда пернатые. Так, ящики, ящики, ящики. Не понял. А ты откуда взялся? Я, правда, ночью не смотрел, может, они где-нибудь... Слушай, они прям сейчас появились, я же только что там пробегал. Никого не было. Или я что не видел, может, просто? Очень близко целится к дому, очень. О! Давно патрончика не давали, и вот опять. На дробовик дали патрон, отлично. Так, у нас с собой еды нет, да? Угу. Так, веревки кончились. Внезапно. Так, мы можем, в принципе, бегать и собирать их. Пошли посмотрим вверх. Ягодку надо выложить. Во-вторых... Надо выложить ягодку. И что-то съесть. И с собой можно даже что-то взять. Так, ягодку нам сюда. Так, немножко вот этого. Не, волокно я, в принципе, с собой возьму. Что там? А, тут нормально. Можно, в принципе, кинуть
Штуки 4 деревяшки, думаю, хватит еще. Ой, хватит. Все, пускай делается. Мы даже можем здесь пройти. Через заднее крыльцо пойдем посмотрим, что там охотники уже. Закончили этаж вот верхний или нет? Я уже там сколько? 2 серии там не был. Если что, это я записываю сразу за один день много серий, поэтому ремонт все еще продолжается. Они меняют окна там наверху. Все окна меняют. Это надолго. Правда, они уже переместились дальше. Но один хрен все равно. Перфоратор хорошо слышно. Не знаю, как на видео будет, но мне хорошо его слышно. Я там еще музыку добавлю. Да заколебали. Че это? А, о, сумка. Блин, отстань. Тут еще один волчок. Слушай, так они уже неплохо там построились. Да, уже неплохо. Уже даже солнечные панели воткнули. Но все равно очень недостаточно хорошо. Отстала собака, стул отстала. Сейчас подберем железку. А ты домой иди. Блин, здесь собаки. Это вы задолбали, блин. Когда они нужны, их не найдешь. А когда их нету, так вот, пожалуйста. Они везде, они повсюду. Ну, неплохо. Но это еще явно. Это еще не конец постройки базы. Очень долго строят. Особенно, когда еще их убиваешь, ходишь иногда. Это еще дольше продолжается. Само собой. Почему бы нам не забрать вот это дерево с собой? И вот эту сумочку. Так. Кустики есть? Есть. Давай веревочки делай. Побольше дерева для зимы. А то как замерзнут все. Потом ломай топор. Блин, пошел. Да твою ж налево, блин. Ты ж не здесь был, а там. Они еще, по идее, должны возвращаться на то место, где были. Но нифига. Не в этот раз. Кролики. Может, хоть одного поймаю. Стой! Стой! Да блин, вот-вот, и нифига. Там уж с другой стороны он побежал, кролик. Да, как в прошлый раз. Я его пристрелил. Ну, стой ты, блин, дурачок. Там тебе бежать некуда. Я знаю, куда ты побежишь. Ах, ты ж говнюк. Хитрый. Обманул меня. Да, бляха-муха. Там тебе бежать некуда. О, в дерево ткнулся, молодец. Ну-ну-ну-ну-ну. На-на-на, стой, 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 твою налево. Фух, хрен поймаешь его. Так, рыбачок. Ты ничего не путаешь, а что если я тебя стрельну, а ты на волка нарвешься? Да, блядь. Ты что, идиот?
Он пошел в кусты, я же в него попал. Какие-то странные охотники пошли нынче. Иди сюда, дурак. Волк, 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 ты не умный еще там, волк. Да блин, он жопой виляет, зараза. Падла, ты откуда взялась тут? Ты смотри на него, он меня уже тут поджидал, блин. Вау, а чего у вас так много вдруг? Не умничай там. Да пистолет возьмешь. Так, нежданно-негаданно появился Акшончик. Как вас засняли? О, как хорошо ты укрылся в листиках. Чем бы его? Да... Не ту кнопку нажал. С топором, не с топором, просто так. Во. А тут еще лучше. Тут вообще спрятался. Может, ты пойдешь на прививку? Че я хотел уже забыл, блин, с этим волком, с этими этими тырками. Еще и по аптечку, блин, даром применил. Вашу мать. В нормальных играх вообще спрашивают. Ну, допустим, 7 Days to Die. Там берешь, он берет в руку аптечку, в смысле эту вот. А что только потом ты еще раз нажимаешь на нее, он применяет. А тут только нажал, все, пинь, все. Бесило меня еще и раньше, и сейчас, ну, слава богу, он сделал сход. Раньше он было так, что при полном здоровье она тоже срабатывала. Сейчас вот такого нет. Что при полном здоровье тратится. Аптечка. Стоп, еще не все. А говоришь, веревочки сделали? Давай. Тут хоть медведя нет? Есть сутулый. Собакин. Слышь, волк, я вот направился к этому дереву, и ты сразу пятачину свою развернул и ко мне, да? Ну, почти. Да ладно, еще одна есть. Я вообще сумочку хотел забрать. Ну, ту железку. И еще вон то дерево. Ты смотри, прям третью серию подряд по патрончику дают. Кто там? Миша, ну тебя баню. Дать твою... Как он далеко меня учуял? Сутулый. А, Миша жопой застрял. Это хорошо. Это он от охотников валил. И жопой застрял. Зафрендился с деревом. Жопой. Ну да, ладно, он мне безобидный. Эй, сутулы, пошли. Блин, вот там еще одна сумка. Точнее говоря, ящик. Пошли, пошли. Жир никто не отменял. Охотника я вроде всех прибил. Только вот ружье не зарядил. Аф-аф, говорит. Ладно, потом железку заберем. Ты еще идешь? Идет, давай, давай. Заходим, не стесняемся. О, бутылочка воды сделалась. Упаковалась. В ухо. И уже больше 200 часов. Ой, больше 1200 часов. Уже около 1300 часов наиграл в Subsistence. Сутулик, ты откуда здесь взялся? А, ну да, он тут и был. Дям. Дям.
Не-не-не-не-не. Так, чуть там медь. Кстати, меди у меня уже стало не так много, как я думал. Третий стак пошел тратиться. Бежит, бежит. Сейчас надо будет еще пепел сходить забрать. В костер. Красавчик. Правда, уровень у тебя маленький. Ну, жир-то все равно ты дашь. Правильно же? Сколько у меня? Одна кожа. Посмотрим, чем богат. Двухлевелый. Нормальный наборчик. Итого 7 штучек. Весьма неплохо. Надо восстановить баланс. А птичек. Даже с лихвой. Во. Так, это сюда положу. Это сюда. Холодильник скоро полный будет уже. Два куска сожрем. Воду попьем. Помидоры закинемся. И что тут у нас? О, ну это до вечера уже должно вырасти. Это точно. Да блин, носом воткнулся в дверь. Ладно, закрывать не буду. Пускай проветрится. Внезапно почему-то в ноябре месяце стало 17 градусов тепла. Ну и хорошо. Так, пошли там забрали. Забрали бы ящик, который... Собака исчез. Ну нет. О, морковка. Морковку давай сюда. Сумочка. Точнее, ящичек. Неплохо. Так, морковка прям целенькая. И там. Ну, блин, не было же медведя. Ты стоял жопой, крутился возле дерева. Все. Надоело? Или жопу протер? Возможно, жопу протер. Ну ты же там не идешь за мной через камень? Вроде не должен. Так, зайдем. Обратно. Морковочку в холодос. О. И есть что у нас положить в печку. Чуть-чуть этого, немножко этого. Так, патрончик не сюда. 23 штуки, неплохо. Давай еще делай веревочки. Мы еще сможем сделать пару приманочек. На зиму, так сказать. Гвоздики уже лишние пошли. Ну вот. Делается. Я не буду закрывать. Тепло на улице. 16 градусов. Вполне себе. Квалик. Ага, нормально мне тут пойдет. Хотя кушаешь ты за забыл. А может ты пойдешь на этот вот. На превью. Только без оружия вот так. Ну подожди ты. Давай с другой стороны. И с моей тени не будет. Да блин. Позировать будешь сегодня? На лапы встань. Ты ж любишь на лапки вставать. Ушастый. Куда ты собрался убегать? Ты домашний. Ладно, не хочешь там на задние лапы вставать. Пошли в то озеро сходим. Может, что есть? Вкусненького. Блин, я забыл, там был генератор, работал, не работал. Черт, ладно. Надеюсь, мясо не пропадет в холодильнике. Вообще, по идее, не должно. Но мало ли. Ну, только сутула мне не хватало. В воду сутулым не полезешь. За угол, за угол, за угол, за угол. Вот. Поворачиваем вот так. Подбираем железку и пошли. Возможно, это жопа застрянет. Застряла. Да, блин. Еще один сутулик. Кажется. Ну, что-то там было четвертого уровня. Не заметил, что именно.
Я уже кроликов шарахаюсь. Никого? Никого. Что хотел? А, веревку. Еще сделаем приманочки. А мне случайно в ящике там еще не было этих вот веточек? По-моему, я оставлял 4 штучки. А, нет, я с них, по-моему, сделал эти вот. Да что ж такое один песок-то? Я хочу жемчужину. А нету. Как так нету? Блин. Ладно, пошли еще дерево рубанем вот там. Немножко червячков и немножко дерева еще само по себе наберем. Зима близко. О. Белые ходоки придут. В смысле, волки белые. Странно, как тепло. Может, даже удивительно. Хорошая погода и тепло так. Так, сутулый собакин. Случайно ящиков нигде нету. А вроде бы особо не видно. Правда, и не все видно. Там кусты, там еще что-то мешает. Тут еще аж целых 2 дерева есть. Так что целых 2 дерева и заберем. Что там показалось? Солнышко где? А, еще выскал. Еще можно даже в долину, вернее, это на гору Шахтеру сбегать. Тут недалеко. Ну, после того дерева, конечно. Так, тихо, разошелся. Так, вот это мы на доске пустим, а вот это, что соберем, останется, добавим еще туда. До общего веса, так сказать. Да сюда. Биотопливо можно будет сделать. Когда ж уже, интересно, мотоцикл ведут в игру? Анонс был. А еще анонс был этого. Гравитации, точнее говоря, физики в игре. Но пока ни мотоцикла, ни физики в игре нету. Причем гравитация уже, да, мопа. Если не забуду, добавлю в ролик. В смысле, на канал разработчика. Там можете посмотреть ссылку. Если вдруг кто новенький, никто не знал. Там есть уже про мотоцикл, про гравитацию эту, собственно говоря. Но это с гравитацией у него что-то... Это... Явно не клеится. Бу, и все, да? Видать, гравитацию... Ну, в смысле, говорит, эту гравитацию. Физику вести тяжеловато, скорее всего. Надо всю игру перерабатывать. Движок переписывать даже, не то, что там перерабатывать. Ну, не весь, наверное, но... Хотя, наверное, скорее всего, весь. Ну, или большую часть его. Да откуда ты? Ты же был далеко, вроде от дерева стоял. Бежит собака. Или то кролик шмыркнул. Кажись, кролик. Да-да-да. Тогда берем. Клац, клац, клац. Еще разок. Тихо-тихо уже. Все. Давно кончилось. Так, давай, оп. Ты смотри, еще не хватает. Давай еще одну веревочку сделаем. Еще будет одна приманочка. Зима близко. Ноябрь месяц, уже куда. Ближе уже некуда. Где-то, когда будет пол декабря, тогда замерзнет вода. Но мне реально, блин, когда у меня начнется... Когда в реальном в жизни начнется зима, а у меня в игре начнется... Потому что видео выходит 2 раза в неделю. Всего лишь навсего. Поэтому и время идет в 2 раза меньше. Медленнее, то есть. Веревочку.
приманочку. Так, пока в дерево хватит. Зайдем еще метальчиком. Подзаправимся. Побежала. Собака сутулая. А если вот так? Металл, между прочим. Еще и две штуки дали. Это не металл, совсем даже нет. Я это никогда не беру. Не вижу в этом смысла. Мне пепла хватает. А по большей части мои растения растут вообще без удобрений. Да чтоб ты был. С помощью воды растут. Беги, беги. Дальше, дальше беги. Но. Блин, не вижу его. Нормально. Успели забрать. Кухочка. Хочешь стать подводной курочкой? Выдадим тебе акваланг. Может быть. Вот так-то молодец. Прямо в дерево. Вот так и сибзай сделал. Ух ты, как сумка спряталась. А он еще одна. Ты смотри. У-у-у. Патрончик. Замечательно. Я бы даже сохранился. Стрела. Он тоже нормально. Так, Мишка. Я, по-моему, это дерево за... Рубил, но посмотрю еще, да? Нет, смотри, не рубил. Встал на дыбы. Предупреждаю, что он что-то учуял. Но пока ты там будешь стоять на дыбах, я свалю отсюда. Блин, еще одно полено. Нормально. Так, пошли. Костер там ничего не исчез. Пепел должен был остаться. Блин, а где его теперь искать? Когда он горел, его было видно. А сейчас... А, нет. Тоже нет. Так, днем они не должны исчезать. Либо я его просто не нахожу. Я уже, правда, не совсем точно помню. Помню, где-то вот здесь было. А где именно? Да фиг его уже найдешь. Ладно, они оставили взамен с костра вот эту сумку. Пойдет. Ты смотри, прям балует меня патронами. Так, Миша. Ты мне не нужен. Прям совсем. Кролик. Как ты тут? Да, жрет он, будь здоров. Подожди пока. Я же говорю, что я курицу сделаю. Водоплавающий. Давай. Вперед. Плыви. Хорошо плаваешь, слушай. Быстро. Быстрее меня, по-моему, даже. Или мне кажется. Ну, ладно. Ну, да ладно, помидоры выросли. Отлично. Ну, это я уже после видео сниму. В смысле, это... Пересажу их. Так, ну-ка. Повесим на эту сторону лампочку. Тут как-то она... Да подожди ты, чуть в сторону. Вот так вот. Да, блин, опять вот чуть не нажал на аптечку. Хорошо, что... Как бы сейчас бы еще одну аптечку бы просрал бы. Так, генератор, ой-ой-ой. Холодильник. Нормально все. Все работает. Как это так получилось, что я не поставил воду греть? Так, с кроликом, что с ним делать-то? Думать надо. Может, его действительно того этого. Пошли, кролик. Ну тебя в баню. Ты слишком много жрешь. Вроде маленький такой, а ешь, блин, как за трех дурных. Вот иди садись сюда. Будешь тут жить.
на окне. Да, даже свет тебе включу, чтобы тебе виднее было. Или тебя, чтобы виднее было. О. Кволик. А может, ты пойдешь? Да почему ты руку свою выставляешь? Ну ладно, потом затру ее. Можно даже убрать, да? Нет, так темно совсем. Вот так, короче, как-то. Ну что ж, на этом буду заканчивать серию. Так что всем спасибо за просмотр и всем пока.